Не просто шаг, скорее прыжок в медицинские информационные технологии. В городской инфекционной больнице установлено новое рентгендиагностическое оборудование. Выявить позволит в том числе и коронавирусные инфекции. Приобрели рентгенаппарат при благотворительной поддержке Евраз-НТМК. В очередной раз говорю слова благодарности Евраз-НТМК и правительству Свердловской области, и в лице Министерства здравоохранения, что, в общем-то, вот такой хорошем плане симбиоз он получился и принес вот такие результаты. И у нас в городе действительно появляется современное оборудование. Вот. И кто бы что ни говорил, да, про систему здравоохранения Нижнего Тагила, она за последние годы заметно улучшилась. Комплекс RENEX-2 российского производства. Отличается высокой точностью изображения и предназначен для проведения всех видов рентгенологических исследований. Снабжен сенсорным интерактивным пультом, лазерным принтером высокого разрешения, оснащен лифтом, чтобы подстраиваться под каталку пациента. Приобрели для тагильских медиков еще и портативный импортный рентгенаппарат, который можно использовать непосредственно в палатах. Достаточно серьезные стояли задачи, с которыми мы справились, да, это именно как раз оснащение, оказание помощи жителям города Нижнего Тагила, закрытой территории, это очень важно. Огромное спасибо за ту помощь, которую оказали меценаты. Сделали такое гигантское дело, которое даже трудно передать словами и оценить как-то. Мы в самые трудные минуты, самыми тяжелыми больными всегда обращались к вам и вышли навстречу. Брали этих людей, лечили. Со времен Демидовых традиция металлургов в меценатстве, в помощи, и НТМК тоже давным-давно стал града не только образующим, но и града помогающим предприятиям. Также Евраз помог оплатить монтаж и наладку нового оборудования. Общая сумма благотворительных средств почти 14,5 миллионов рублей.